Всем привет! Сейчас специально для канала Банковский я расскажу, как отказаться от дебетовой карты Тинькофф. Бывают разные случаи, и первый случай, например, когда вы только подали заявку на получение дебетовой карты, но еще ее не получили. В этом случае, если вы собираетесь отказываться все-таки от карты, нужно позвонить на бесплатную горячую линию, связаться со специалистом и сказать, что вы собираетесь отказаться, вы передумали получать карту. Естественно, вас оператор начнет уговаривать, говорить про плюсы этой карты, но если все же вы решили отказаться, то так и говорите, и оператор вашу заявку аннулирует. Также можно написать в мобильном приложении, если вы уже, например, успели его установить, и у вас уже были какие-то продукты Тинькофф, в чате точно так же можно связаться со специалистом, и так и пишите, либо записывайте голосовое сообщение, что вы хотите отказаться от карты. Если, например, уже произошла у вас договоренность с курьером, что курьер уже доставит вашу карту, карта уже готова. Все точно так же. Звоните на горячую линию, либо пишите в чате, связывайтесь с оператором и говорите, что вы передумали и что вы будете отказываться от карты. Все то же самое. Оператор обязан принять ваше заявление и аннулировать вашу карту. Если, например, вы карту уже получили, но ее не активировали, знайте, что для активации карты у вас есть 6 месяцев. Если вы хотите отказаться от карты, вам не нужно, конечно же, ее активировать, и после полугода эта карта автоматически аннулируется. Но если вы уже активировали карту и после какого-то времени, да, вы хотите отказаться от нее, в этом случае нужно ее заблокировать. Заблокировать ее можно по-разному, либо опять же связавшись со специалистом по бесплатному горячему телефону, либо же сделать это можно быстрее намного в мобильном приложении Тинькофф. Вы ее блокируете, но заблокируется карта не навсегда. Нужно опять же связаться со специалистом, быстрее всего сделать это в чате в том же мобильном приложении и сказать, что вы хотите расторгнуть договор. И получается, договор между вами и Тинькофф банком будет расторгнут. И, как правило, заявка на расторжение договора рассматривается в течение 45 дней. И если вы хотите сделать это навсегда, то, соответственно, нужно сделать эту процедуру. Ну а ссылочки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала Банковский. Если оно оказалось вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до свидания!